Совсем другой, но думаю, это здесь. Лео просто отдал эту карту Доуз. Взял и отдал. Передал какую-то поганую карту. Да, но зачем она им? Я не могу этого понять. На него определенно кто-то давит. Неважно, кто сбрасывает эти посылки. Лео хочет, чтобы мы узнали об этом. Так есть неплохой шанс выследить их. Или как? Лео знает, что он закончил в Майами. Я думала, он уже налаживает производство метамфетамина в Айове. О чем ты думала, когда избивала его? Поведение Лео было вызывающим. И у нас могли возникнуть проблемы с отделом внутренних расследований. Наша крошка. Давай за ней. Нарки ведут посылки по радио. Видимо, число на карте Лео — это частота. Смотри-ка, есть сигнал. Давай к посылке поближе. Я стрельну в нее дротиком. Потом их кто-нибудь заберет. Знаешь, когда Гатели еще толкали наркоту через Майами, эти болота были забиты контрабандистами. Видимо, все возвращается на круги своя. Будем надеяться, что нет. Тогда парни из Гатели отстреливали друг друга прямо на днях рождения своих детей. Ага, помню. Был еще ребенком в то время. Видел такое дело. Кровь на тротуаре, питбули с разорванными шеями. Как только твоей матери удавалось не впутать тебя во все это? Наверное, прозвучит глупо. Она много работала и любила. Да, и правда глупо. Маменький сынок. Ни за что бы не догадалась. Отметилась. Посмотрим, куда пойдет. У меня еще сигнал. Иди на бар. Этой посылки килограммов 10. Американцы любят свою наркоту. Что-то мне подсказывает, что это непростая операция. Доуз бы не стал нас так просто сюда отправлять. Ну, допустим, картели снова прогоняют наркоту через мир. Но зачем им? Наверное, мексиканцы перепуганы. Обычный контрабандист тюрьмы не боится, но голова ему дорога. Американцы все-таки любят свою наркоту. И, кстати, это круто, что Доуз поставил нас сюда. Ты же понимаешь? Ага. Проблема в том, что все это не очень-то закон. Да кому какое дело? Так веселее. Капитан Доуз в своей молодости был вообще безбашенным. Ага, наслышан про него. Просто работать так рисково. Мой тебе совет. Хочешь порадовать капитана? Перестань церемониться. То есть вот так надо? По-сурово. Схватываешь на лету. Какой-то сигнал возле того парашюта. Остановлюсь возле дока. Тут полно аллигаторов. Я бы не стал так переживать. Они нас боятся больше, чем мы их. Спасибо, скажи. Ага. Спасибо. Может, пойдем по следу? Боец у нас больше, чем мы, да? Давай просто будем.
Придется подняться на ту платформу. Вот крюк. У спецназа одолжила. Когда-нибудь крюком пользовался? Не-а. Цепляй крюк за платформу. Нарки построили это? Это старые смотровые площадки. Для туристов. Ты в норме, Хай? Как твое плечо? Болит. Ужас как. Поднимайся. На вот, канат тоже взяла. А ты подготовилась? Целься в эти планки, хорошо держаться будет. Яблочко. Хай, давай за мной. Что там на сканере? Хай, у нас гости. Наверное, забирать приехали. Будь начеку. Знаю, во второй половине трава и дерьмо всякое. Думаю, Нельс будет не против поделиться. Это Нельса. Рэми заботится о своих людях. Я сам о себе позабочусь. Как знаешь. Разницу между работой и карьерой. Блин. Все чисто. Похоже, посылка не туда пришла. Что они хранят в текучках?
Нашел частоту. 120 и 13. Есть что? Ого. Смотри, сколько точек светится. По всему озеру. Возьмем их катер и проверим, что там. Хочешь вызвать подкрепление? Мы на чужой территории. Давай сначала Нельса найдем. Он амбициознее, чем мне казалось. Ублюдки все такие. Знаешь, что меня больше всего пугает в этой наркотине? Неважно, кто выиграет, у победителя будет полно денег и оружия. Ага, и когда друг с другом разберутся, придут за мной. Ся. И снова как в 80-х. Вот поэтому Доутс хочет срочно остановить все, пока не поздно. Так что если мы действуем вне закона, совсем вне закона, я за. Целее будем. Я и не спорю. А чего сомневаешься? Потому что цель хотя бы. Чтобы убрать крутых ребят авторитетом, и чтобы это прошло как по маслу, одной грубой силы недостаточно. Не знаю. Разве? Мы ввязались в опасную игру, друзья. Отлично. Все, как я люблю. Хорошо видно. Сканируй, пока мы не подошли вплотную. Мы не одни. Поищи сигнализацию. Выруби сигнализацию, иначе сбежится толпа. Можем зайти тихо или вломиться. Решай сам, я за тобой. Там внутри полно народу. Какой план? Давай туда. Только тихо. Видимо, наркоту, деньги и стволы. Давай попробуем найти что-нибудь. Жду из ножки кнопок. Выглядит по-научному. Не очень похоже на наркоту. Последнее слово техники. Проверь, вдруг там сообщение. У этого парня, похоже, встреча на каком-то стадионе.
Ближайший стадион в Майами. Думаю, это какой-то другой стадион. Ну, пора двигать. Надо еще несколько мест проверить. Ладно, возвращаемся к лодке. Картели опять на болотах. Это не глупо. Тут просторно. Все, что сейчас нужно, это найти Нельса. Думаешь, он работает с картелями?